Привет, друзья мои. Как со школы? Пью чай. Я Светлана Та. Дурачусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Я не Ерушкутос. Спасибо, что вы были с нами. Всем добрый вечер. Посмотрите, что у нас за сюрприз. Мавишу принесли невесту. Баян кызу дымы. 4 месяца. На нашего ребенка посмотрите. Мы ее закрыли. Она такая красивая тоже. Сен писли, мавиш дыш алмадын, насыл гюзель кыз. Кызем, я говорю. Бак. Они, знаете, что уже начинают целоваться. А на него... Сейчас я вам буду присылать новые видео. Такая хорошая девочка. Эветашки. А мавиш. Эвет. Не гюзелькыс. Хорошая девочка. Мавиш наш собакер. Келешки в себе не мавиш. Как хозяин, патрон гиби. Навраньёр. Вот так у нас весело. Вы раньше говорили, невеста нужна мавиша. Вот, смотрите на нашего жениха. Почему и шлядки такой, красавчик. Как он старается. Она такая миленькая. Миленькая девочка. Говорит, уже растерялась. Во-первых, она не умеет летать, в клетке сидит. Через месяц, говорит, может нести. Ну, хорошая, а на него посмотрите. Сейчас вообще не заговорит наш попугайчик. Как мы ее назвать? Как назвать красавицу нашу? Мавишок. Мавиш весь в процессе знакомства. Покажу вам, чем я занималась сегодня. Нам будет ведь весело вдвойне теперь. Я занимаюсь сегодня целый день. Какая у меня сложная работа. Лежит на полу, потому что чистый у меня ковер. Друзья, настолько тяжелая работа. Но я посмотрите, как все сделала красиво. Во-первых, шовчики у меня такие. Здесь кромка косая. Я все делаю как положено. Вспоминаю, да, потихоньку. Может, поэтому не так быстро. Смотрите, сегодня здесь, знаете, какая кулиска. И тут внутри шнурок. И я не знала, как все сделать мне. И так придумала. И решила, как-то решила пришить. Смотрите, сейчас оно мне нитками буду строчить, и потом вот так это отвернется. Вот так вот это я застрочу. Застрочу, вот так будет. Там стоячая, как говорится, оборочка на спинке. И вот эта вот красота у меня будет вот так. И внутри шнурок. А перед еще нужно по-другому делать. Ну, вроде бы сарафан такой. Знаете, какой сарафан? Не трудный фасон, ну, а само оформление вот этой вот оборочки оказалось очень сложным. Очень. У меня целый день я и этим вожусь, еще другими делами вожусь. И вот такие вот дела, мои дорогие. Если долго мучиться, что-то получится. Но главное, знаете что? У меня настолько есть терпение, что я получаю кайф, когда у меня не получается. Я иду смотреть видео в Ютубе, что-то смотрю, как другие делают. И вспоминаю. Всем привет, мои друзья! Вот мои красавчики такие! Я сегодня их обоих искупала. Они у меня чистенькие. Наша Кешакер стала активной девочкой. Посмотрите, она любит прятаться под бумажку. Посмотрите, что-то там она там себе делает, ищет. Ой, ты моя девочка сладенькая, активная девочка стала. А мавишок никак не наестся. Да, мой мавиш, да, камеру любит.
Ой, как любит камеру, телефон. Артист наш настоящий. Я сегодня вот занималась уборкой. Они вдвоем сейчас больше мне пылюки. И у нее было столько перышек, и я решила ее помыть, да? Посмотрите, какая реакция. Он ее ногой, видите? Он у нее перья вырывает, паразит такой. Посмотрите, ногой, лапой, лапой. Ах, мужичок. О, о, хорос, петух. А она такая недоступная. Просто обалдеть можно. Он с Эндер пришел. Побачим гентами. Видите, как он лапой на меня. Одно загляденье на них смотреть. Как строят отношения птички. Ну вот пример вам Мавиш и Шикер. Все он пытается к ней предстать. И главное, лапой, лапой ей. Вы видите, что творит? Бессовестный такой пацан. Наказать его надо. Она такая колесенькая. Посмотрите, какой беспорядок. Да. Ах, недоволен ты ей, да? Недовольна, недоступная девочка. А вот такая вот девочка. Смотрите, какая сладкая, кувыркается. Что она там делает? Что она делает там? Она и ямку роет, и рямку, и рамку. Ой, моя сладенькая такая. Посмотрите, какая деловая девочка у нас. Что она там делает? Моя дочечка. Шикерим, ты куда ползешь, солнышко мое? Может, чешет она так что-нибудь? Ой, эти боди мой. Ой, кувыркается. Кувыркается. А? Кувыркается. Вот так вот мне весело с ними. Вы видите? Весело. Камеру любит, камеру наш Мавиш. Я весь день посвятила своему обучению, себе посвятила целый час, делала йогу, с птичками развлекалась, привела их в порядок. Ну, сами понимаете, и у меня столько заданий по крипто-курсу. А я же сейчас прохожу усиленно. Что я приготовила? Смотрите, на ужин у нас вот здесь печень. Будем делать тантуни. Вот так сложила лавашики, чтобы согрелись. Буду кормить мужа, а то он проголодался. Погода у нас вечером какая? Мои веники. Ой. Чихать буду после того. Я чихаю, как только использую перец. Капучино наш собирает мусор. Так хорошо, друзья, так хорошо. Особенно мне так нравится мой балкон. Такой уютненький. Пустой и такой уютненький. Мавиш с Шикером, с Шикерчиком с ума сходит. Сейчас покажу вам глазом на них, на наших любимых птичек. Вы слышите? Это Шикерим. Шикерим уже, Шикерим. Нерде Шикерим? А наш Мавишок качается, он как хозяин. А она пока еще боится качаться, моя девочка. Сегодня я ее искупала. Красивая. Нылду Мавишок? Мавиш? Телефон, телефон. Чок север телефон, Мавиш. И кадым сяни. Помыла тебя. Красавица маленькая, кнопочка. Все, пошли. Хадашки. Имекиджис. Хады. Хады бертаны. Покажу вам сейчас заодно урок мой. Смотрите, сколько один урок конспектов. Это один день. Вот началось. 2,5. Вообще это еще, наверное, 2-3 раза столько же надо писать. Очень большой курс, очень интересный. Сейчас я буду открывать свой кошелек, крипто-кошелек. У меня есть на платформе GigUS, но это совсем другое. Друзья, наша платформа относится к DeFi. Это и платформа, и биржа. Монета Gigos имеет свой блокчейн. Такая интересная тема. Я такая буду умная. И Gigos — это не финансовая пирамида. Не финансовая. Вот тут я все смотрю, что подразумевается под финансовой пирамидой. У нас
куча криптоактивов и сообщества, около 3 миллионов людей, наверное. И стоимость у нас в компании больше миллиарда. Так что не путайте финансовую пирамиду с DeFi-платформой. Сегодня воскресный ужин. У нас кабачок и с фаршем. Сделала много фарша. Ну, отварила макароны. Это у нас сметана турецкая. Салатик, как всегда. Приятного нам аппетита. Шью усиленно сарафан. Обучаюсь курсам, радуюсь с моими птичками. В общем, с ума сходим со Шкевом. Весь день просидели дома, потому что плохая погода сегодня. Вот все, готова еда. Приятного нам аппетита. Вот и я, мои дорогие. Шкев так кушает вкусно. Я тоже такая голодная. И вот как-то целый день туда-сюда по бизнесу. По крипте очень интересно, друзья, изучайте крипту, потому что через несколько лет крипта полностью заменит другие деньги. Это настолько легко, настолько интересно. Я вчера весь день учила, 3 урока было у меня, и сегодня чуть-чуть поработала, выходной у нас, слава богу. Вот я занялась шитьем, еще там кое-чем поработала, и вот так вот целый день на связи с вами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.